Чё мне, чел? Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. Видосик по Call of Duty Warzone, и сегодня я расскажу вам про самую сраную имбовую пушку на данный момент, потому что это что-то на уровне дабл-дробовиков. Чуть-чуть больше мозгов надо, чтобы с ней убивать, потому что там прям надо было просто бам-бам сделать, вот, и там все упали. Вот, а здесь надо просто тря, блядь, сделать, и будет норм. Вот. Поехали, ребят, смотреть, но, перед этим, ребята, поддержим кекинга в магазине, если вы все-таки что-то покупаете. Я на самом деле не знаю, что там покупать. Скинов интересных нет. БП в этом сезоне многие не покупают. Поэтому, ребят, я не удивлюсь, если вы ничего не покупаете. Но если что, вводите тег автора. Буду очень признателен. Все, погнали, ребят. Комплект сегодня у нас будет вот такой. Я говорил вам, естественно, о ППШ. Потому что ППШ по какому-то непонятному стечению обстоятельств очень жесткий. Я не знаю почему, не знаю как, не знаю нахрен так сделано, но она жесткая. Она стреляет от бедра, если вы играете на КВМ, вам будет вообще супер комфортно. Если вы играете на геймпаде, вам придется после слайда зажимать прыжок, для того, чтобы у вас не активировался автоматический тактический бег. Сборка дульный тормоз, ствол Ковалевской, Харви рукоятка, первый самый магазин, экспансивные боеприпасы, зажигалки сейчас режут урон, и у них урон зарезанный. Вот. Рукоятка с тканевым покрытием для точности стрельбы от бедра, приклад для точности стрельбы от бедра, прыткость, чтобы быть прытким и быстрым, скорость, чтобы быть быстрым, ну и прицел там какой хотите. На самом деле, если вы стреляете прям совсем от бедра, можете хоть 3x6 поставить, и будет вообще по кайфу. Ну и корячок-старичок, ребята, вот такой вот. Есть сейчас, кстати, багулина, постоянно сбрасывается, соответственно, камуфляж перед каждой каткой. Вот такие вот дела, ребята, поехали смотреть. Катка супер потная. Это, она даже лучше, чем то, что вы увидели перед этим самым блоком. Погнали. Здорово, ребят, здорово. Здорово! Да прикол! Как не попал? Мана закончилась. Там еще один должен с этого дома выпрыгивать, пойдем. Безопасная зона теперь в другом. У них работает ППЛА.
Так, я больше никого не вижу тут. Разбил арморку. Так, на мне авиаудар. На мне авиаудар. Границы безопасной зоны смещаются. Видели последний день? Возле магаза одного нахуй. А, он резко будет. Угу. Так, ну дай я это. Я его себя здесь убил. Джи-джи, блядь. Блять, почти убил. Ваншот, ваншот, ваншот. Там чувак с РПГ-хой, блять, прикинь. Ну вот, стрелять сейчас. Патры кончились, лол.
Нормально, забайтил. У нас АВФК один был. Блять, у нас чел на ХГ. Вот прямо тут. Атакую цель. До дома еще идти. Да, бегает. Прорывайтесь наверх. Чел, короче. Хилюсь. У нас, возможно, сзади кто-то сидит. Еще три. Я выкупил своего. Когда же у них кончатся патроны? Двое сверху. Переживите всех безопасные зоны смещаются. Плюс. Я перезвижу, да? Гудёб!